Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня я хотела бы подарить вам прекрасную, чудесную новеллу Леонида Янгибарова «Здравствуй, дерево!» Читает Лара Шум. Здравствуй, старое доброе дерево! Здравствуй! Я снова здесь. Я снова приехал. Мы снова можем разговаривать с тобой. И у меня от тебя нет секретов. Ты же знаешь про меня все. Ты помнишь, мы с ней стояли под твоими ветвями. И она верила, что безумно только меня одного любит. Любит, любит. И еще... Это не важно, что ты стоишь в шумном городе на самом людном месте, на самом людном перекрестке. Мы всегда, может, это мне кажется, ждем встречи друг с другом, правда? И вторую любовь мою в этом городе ты ведь тоже помнишь. Только была зима. Вспомни, я проходил мимо тебя, касаясь рукой твоей коры. Было холодно, была ночь, и мне казалось, что ты чувствуешь холод. Я подгребал к твоему стволу снег, ведь тебе так было теплее. А потом, мы ведь можем многое вспомнить. Тебе было грустно. Твои листья, осеннее золото, ты ронял к нашим ногам. А у нас была весна. Весна, весна! Врешь ты все, чертова деревяшка. Была весна, была. Слышишь, была. Это ты когда-нибудь станешь пнем. А она не умрет никогда, она ведь надежда. Не сердись. Прости меня. Прости меня, будь добр. Я же всего лишь человек. Я просто человек. Любовь приходит и уходит, как опадают и снова зеленеют твои листья. Еще тысячи людей будут поверять тебе свои тайны, а я уйду, как все. Только одну весну подари, прошу, еще одну, только одну, не отказывай, мое доброе старое дерево. Я прижмусь к тебе щекой, чувствуешь, я поцарапан твоей корой. Будь добрым, ведь я только слабый человек. Будь обязательно добрым. Я умру, если никто не скажет. Люблю. А ты подаришь нам золотой листик. Будет, правда. Благодарю за то, что вы поделитесь этим видео в своих соцсетях и подпишитесь на мой канал. Обнимаю.